Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы будем подготавливать семена пихты корейской посевом способом на воде. Так же, как я в прошлом году готовил пихту сибирскую. В данный момент середина февраля. Сейчас мы половину этих семян высыпем в воду. Вот контейнер с водой. Вода здесь кипяченая, остывшая. Высыпал семена я в контейнер с водой. Сейчас мы этот контейнер прикроем. Положим в холодильник. Там они будут находиться 2 недели. Воду я буду каждый день менять. Использовать только кипяченую воду. Сейчас в данный момент середина февраля. Думаю, где-то в начале марта я высажу в грунт. Полежали семена пихты корейской чуть больше 2 недель в холодильнике. Сегодня 3 марта. Высыпал семена я на бумагу, чтобы они немножко подсохли, чтобы легче было потом сажать. Семена за это время все утонули, накопили влагу. Сегодня приступим к посеву грунта. Здесь их в порядке 100 семян. Посеял я семена пихты. Получился довольно обильный посев. Семян много, места мало. Но ничего страшного. Схожесть семян пихты низкая. Глубина посева в районе 0,5 сантиметра. Грунт предварительно за 3 дня обильно полил раствором фитоспорина. Сейчас мы это все прикопаем. Уложил я семена грунтом. Данный импровизированный ящик установлю на подоконник с солнечной стороны. Дам немножко подсохнуть грунту и затем накрою какой-нибудь прозрачной пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Ждем появления сходов. На этом пока все. До свидания.